А кто это тут у меня на канале? Ты что, мой подписчик? А может быть... Новый подписчик! Ну смотри, смотри. Подписывайся, если ты новый, да? Если старый, тоже. Все друг друга поняли, я надеюсь. Ну так вот. Всем привет! Меня зовут Жора, и в этом видео я буду поднимать как ваше... так и свое. ЧСВ. Шучу. Новогоднее настроение. Я, например, его не чувствую. Но на самом деле, чем раньше мы почувствуем новогоднее настроение, тем раньше придет праздник, тем будет лучше. Поэтому я предлагаю распаковать новый пакет большой из фикс-прайса, где я купил много всякого хлама на 1099 с копейками рублей. Будет довольно интересно такие и... Не переключайтесь. Погнали. Чё, огоньки, наверное, мешают, да? Я больше чем уверен, что они мешают и некрасиво смотрятся. Поэтому сделаем вот так. Да и вообще, вот так сделаем. Да и вообще. Буду вытаскивать по одной вещи. Говорить, сколько стоит и зачем я это купил. И где она может пригодиться. Начнем с простенького. Я взял вот эти вот бенгальские свечи. Абсолютно за недорого. Вот такая пачечка из 6 штук обошлась мне 18 рублей. Обычные бенгальские свечи. Обычно ими зажигают клеенки, салфетки, тарелки, подносы пластиковые. Ну, в общем, я взял именно для этого. Далее у нас идут обычные самые салфетки. Merry Christmas. Не написано на этих салфетках, но написано Snow Winter. Почему бы и нет? Стоит 55 рублей. Я не знаю, что это такое, ребята. Честно, не знаю. Первый раз увидел. Ради вас сейчас раскроем. Переключу фокус, пожалуй, на общий. Смотри. Хоп! И что это такое? Это ароматизатор для дома. Честно, хрен его знает, что это такое. Что он там ароматизирует, но довольно-таки интересно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, собери всю коллекцию, повесь на елку как украшение. Видимо, оно в какой-то форме там интересненькой. Можете поставить на паузу и прочитать сами. В общем, типа, они создают этим ароматом новогоднее настроение. Ну что, чем раньше, тем лучше, так что рискнем. Стоит 27 рублей. А ну-ка. О, господи, как это вкусно пахнет! Офигеть, ребята! О, блин, короче, охренеть! Обязательно купите, вот, я так понял, тут много разных всяких запахов. Мне попалось вот в середине вот это. Короче, пахнет каким-то то ли кокосом, то ли что. Я бы не сказал, что какой-то новогодний запах, но довольно-таки прикольно. Как будто я открыл баунти сейчас. Идем дальше. Честно, не помню, сколько стоит вот эта handmade фигурка. То ли 99 рублей, то ли 77. Решил ее взять, как ни странно, для интерьера, для поднятия новогоднего настроения своего. Смотрите, ну это же просто круто. Здесь есть маленький пенек. Реально настоящий пень. Серьезно, можно даже посчитать, сколько ему лет. Все мы со школы знаем, да, что по кольцам можно посчитать сколько лет. Ну да ладно. Здесь, значит, это все сделано вручную. Handmade, так сказать. Снежное кружево какое-то. Значит, есть шишечка, есть веточки, есть олененок. Или чисто выраженный олень. Это, блин, просто классно смотрится, ребят. Честно, не помню, то ли 77, то ли 99. Но классно, того стоит. Хочу поставить на новогодний стол и просто будет украшать. Слышите, что это? Это АСМР. Опа! Просто это я купил чисто, чисто из-за зеленого цвета, потому что я люблю зеленый цвет. Может быть, кому-нибудь подарю. Ну просто вот 77 рублей и сколько радости. Трубочка. Жестяная баночка. Команда Санты называется. Команда Санты.
Блин, ребята, возьмите эту вонючку. Пахнет сейчас на всю комнату. Реально очень, очень вкусно. Можно наливать сюда, наверное, не горячее, потому что от горячего может лопнуть. Какие-нибудь соки, какие-нибудь компоты и так далее. На новогоднем столе будет интересно смотреться. Да и вообще, класс. Сделано из стекла. Такого вот soft touch. Трубочка в комплекте, если что, выпасть не может, потому что стоит фиксатор, который не дает ей выпасть. Вот. Вот такая кружечка за 77 рублей. Далее. Я решил взять деревянные украшения на елку. Это очень мило смотрится. Очень душевно, handmade. Давайте прямо сейчас откроем, почему нет. Оп. В комплекте есть звездочка, сердечко с такой вот резной стороной, елочка и в заключении какой-то непонятненький цветочек. С одной стороны он просто такой вот деревянный, а с другой стороны уже как будто мешковина какая-то. Такое довольно интересное. Уже движемся, ребята, к заключению. Я купил 3 открытки по 27 рублей за штуку. Первая открытка. С Новым годом, у нас тут такие штучки летающие, цветочки. И она пустая. Можно сюда приклеить все, что угодно. Можно наклейки наклеить, можно какую-нибудь 3D аппликацию сделать. Можно написать что-нибудь. Вот это первое. Все за 27. Вот такая. С Новым годом. Все точно так же. Оп. И последняя открыточка, это у нас самая крутая из всех. Можете посмотреть, оценить. Вот это мне нравится больше всех. И домики, и елочки, и с Новым годом, супер. Вот, как могу, показываю. Вот елочка вся в блестках, крыша домика в блестках. О, вот, нашел, вот так вот видно. И все они с блестками. Это круто. Ребят, 27 рублей за открытку. Далее я взял и составил комплект. Вот такая кружка просто огромных размеров. Кружка. У меня как бы вот стандартная рука, ничем не примечательная. Кружка прям вот здоровенная. Для примера покажу вам сейчас кружку. Ну, обычная кружка, которая. Вот, обычная кружка. И кружка необычная. Посмотрите, просто. Просто насколько отличие. Кто любитель чая, покупайте обязательно, также в подарок. Так, я там, по-моему, сказал, что я составил комплект. И я не соврал, потому что есть вот такой вот Дед Мороз еще. Кстати, 99 рублей. Вот комплект. Можете в комплекте вот так взять и подарить. Почему нет? Прикольно. Значит, вот такой Дед Мороз в целлофанке. Суть его в том, что он керамический или какой-то он. Короче, не такой. Может разбиться очень легко. И у него есть батарейки. Батарейки. И изнутри он светится. Стоит тоже 99 рублей. Так. Нужно, наверное, мне выключить свет, дабы вы ощутили все великолепие. Вот тут заглушечка есть. Оп. Снимаем заглушку. И вот просто в темноте это так нереально выглядит. Короче, Дед Мороз с подсветкой. Классная штука. Финишируем, ребят. Взял я точно такой же набор. Только кружка другого дизайна, то есть он-то она цветная, прямо вообще крутая. Это тоже крутая, Let it snow, снег иди, или быстро снег пошел, быстро. Тут всякие у нас есть фигурочки, пряники, Merry Christmas, с Новым годом. И точно такой же, как и дед, вон там дед лежит. Олененок. Он точно так же подсвечивается, точно такие же у него есть функции. И почему бы нет? Тоже можно подарить в наборе.
99 рублей кружка и 99 рублей олененок. Пакет пуст, но это не значит, что все продукты и товары закончились. Я вам обещал показать самый дорогой товар в конце. Я это делаю. Опа! Носки за 199 рублей. Хочу вам сказать, что здесь сейчас будут фотографии. В Фикспрайсе очень много носков, которые можно выбрать за 199 рублей. Они махровые, огромные. Но я решил взять вот таких вот три пары, потому что можно высунуть их отсюда, да? Упаковать как-нибудь и по одной паре подарить каждому, к примеру, члену семьи. Меня, наверное, смотрят студенты или школьники, поэтому деньги мы бережем. И зачем покупать одну пару за 199, если можно купить три, открыть, как-нибудь интересненько упаковать и открыточку подарить с носком. Такой символический новогодний подарок, почему бы и нет. Вот они здесь разные, с красным, синим, зеленым. Вот, ну такие интересные носки. Пишут, что они женские. А, давайте как раз таки откроем и посмотрим, чем женские отличаются от мужских. Кто мне скажет, тому поставлю 5. Ребят, ну обычный носок, он не короткий, ничего. То есть, может быть, смысл заключается в том, что он меньше размером как-то. Ну, я думаю, что на мою ногу 42... У меня размер 42, налезет. В чем тут женственность? Написано «женские носки». Ну, фиг его знает. Вот так вот. На этом все. Ребята, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и как можно быстрее набирайтесь новогоднего настроения, ведь это круто и важно. Пока!